Примите мои приветствия. Вы на канале Автодром. Вы только посмотрите, какой интересный УАЗ собрал мужик из Свердловской области. Колесная база использована от УАЗ Барс. Модель двигателя 41780. Также установлен гидроусилитель руля. Лебедка. Блокировка в заднем мосту. Бак на 100 литров под грузовым кузовом. В салоне это все тот же УАЗ-469. Но для рыбалки и охоты этого достаточно. Автомобиль стоит на учете и оформлен как самоходное транспортное средство. По словам владельца, у этого УАЗа очень хорошая проходимость. Как вам такой УАЗ? Пишите ваши комментарии.